Would you like any help? Would you like to... No, thank you. I am a blogger. Okay. I am a reader. Sure. If you have time, you can explain it for video. Mm-hmm. If you go what would you like? Oh! Very good consistency. This highlight. Highlight. Already. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Very nice consistency. So you can actually use this wet and dry. So you can use it with a wet brush if you want to. So with a little bit of a stronger effect. Or you can use it with a dry brush as well to kind of just create a gentle kind of look. Yeah. Do you speak about this? Yes. Yes. All right. Yeah, that's the one. Yeah.
about highlight. So if you apply a little bit of spritz a little bit of water on the brush, mm-hmm. you can actually use this with the wet brush. Mm-hmm. Yeah, because this wet brush always stronger. Yes, exactly. The effect mm-hmm. will be much stronger. You can also use it on the eyes as well if you want to. Sorry, what? You can use it on the eyes as well if you want to. So as the my eyes already yeah. already ready. I would like. Oh, maybe when I will come next week, because usually I every week come. Yeah. 1 week Harrods, 1 week this shop, so and another. Yeah, absolutely. Yeah. And maybe I will be without eyeshadow. Yeah, of course, and we can try. Но знаете, у нас единственное, что контур только открылся на прошлой неделе. Недостаточно, да? Нет всех тестеров еще. Да, я вижу много пустых. Ждем еще доставки других тестеров, но да. Это когда? Когда они точно придут. Ну да, здесь, пожалуйста, вот тональники все есть. Там чуть дальше есть тени для глаз. Mm-hmm. Тушь, сейчас, кстати, посмотрим тени для глаз. Разные... А вот это вот, это что? Это тоже хайлайтер, то есть тоже наносится на скулы. То есть как контуринг, да? Или не совсем, потому что светлое очень, да? Это вот больше контуринг, а это здесь да, потому что это темное. Это румяшка с бронзером, да? А что это? Это консилер под глаза. Вот такого серого цвета видно для тех, у кого есть проблемы под глазами. Ну, довольно-таки много цветов. Здесь и вот коллекция. Это... здесь очень много разных. Сейчас. Вообще хорошее качество, хорошее комфорт. Я люблю. Да. В этих палетках чаще всего идет комбинация либо матовый и сатиновый, ну, либо сатиновый и блеск. Так и должно быть. А сколько вот, например, стоит у Yves Saint Laurent карандаш waterproof черный? У Yves Saint Laurent не знаю. Это Tom Ford. Это Tom Ford. Tom Ford. Я запуталась. Я просто хотела... Tom Ford есть Emotion Proof карандаш, который будет довольно долго держаться. Он не waterproof, но он, он довольно-таки стойкий. И он стоит 35 фунтов. Угу. Достаточно дорого, кстати. Потому что Estee Lauder и другие бренды, у них такие карандаши, они еще... Ты знаешь, да, кисточка их растягивает? Да. Вот. Они waterproof, но они... Ну, вот лично у меня, вот, допустим, на данный момент шоссе, да, такое. Waterproof. И... Ну, правда, нет, он не дешевый, 30 фунтов. То есть, не... ну, у Estee Lauder 25, например. Я просто люблю косметику Estee Lauder. У меня кожа, знаешь, с, как это называется, розацея, склонная к покраснению, и, допустим, вот не все, мне очень сложно подобрать какие-то кремы. Конечно, я шикарно снимаю сейчас, но больше болтаю.
Знаешь, после кремов у меня прыщи выскакивают, поэтому мне нужно, ну, как любому человеку, нужно пробовать, да, изначально. Вот. И мы были здесь, Лен? Да. Но с этой стороны не были. Слушай, какие-то такие тона у Том Форда? 40 тонов, поэтому очень легко найти. Я делала, у меня есть обзор с Харадса, но я еще не выставляла. Что когда я выставляю, я сама просматриваю. Мне интересно тоже. И я могу что-то увидеть, что-то мне понравилось, я купила. Потому что так мои друзья приходят покупать. Люди конечно. Просто, которые не, которым интересно. Они не ходят, допустим, по каким-то причинам. Они увидели просмотр, все. И могут даже онлайн так купить. Это, я так понимаю, эти. Господи, тональник стикер. Ну, я не люблю, если честно, в стиках. Мне больше нравится. Но у них какая-то гамма такая. Либо это стекло так меняет цвет, я не знаю. Вот, например, светлого. А, вот светлый. И нет, их очень много цветов. 40 цветов всего, поэтому. А, да. Вот этот красивый цвет. Как он называется, этот цвет? Лен. 1.1 Warm Sand. А, все-таки это с розовинкой. А я... Более желтый. А, она, вот мне как раз наоборот подходит. Вот именно как раз без розовинки, как в желтинку или... Ну, очень легкую. Светлый-светлый. Вот у тебя светлый тон. Хороший. Кстати, что это у тебя? У меня тональник стик. Да. А у тебя кожа, наверное, не жирная, да? Нет, у меня более сухая, да. Поэтому у тебя так выглядит. У меня комбинированная. Ну, в Англии за 13 лет, которые я здесь живу. Сейчас я закончу эту красоту, вот как-то так. Или так. Лучше, наверное, так. Не бойся, не бойся. В камеру не попадешь. Просто я картинку хочу сфоткать, которая будет на заставке.